Вам лень сложить постиранное белье, скосить газон или просто вынести мусор? А между тем исследования показали, что у людей пожилого возраста, которые тратили много сил и времени на выполнение ежедневных домашних дел, меньше проявлялось снижение умственных способностей по мере их старения. Цифры говорят, что через 5 лет участники исследования из пассивной группы на 91% больше страдали ухудшением памяти, концентрации и речевых способностей в сравнении с активными людьми. Таковы факты, но есть и надежда. Конечно, регулярное выполнение домашних дел – важная часть здорового образа жизни, но не забывайте в течение дня делать и физические упражнения. Пожилые люди из наиболее активной группы сжигали большую часть калорий в повседневных делах. Они также совершали долгие пешие прогулки, подъемы на высокие лестницы, участвовали в волонтерской работе и уходе за больными. И вообще, они просто были очень активны. Общая физическая активность человека поддерживает в норме сердечный ритм и улучшает функции головного мозга.